начался день со встречи учеников и учителей, видеофильмами, информацией о том, что сегодня Международный день борьбы со СПИДом. Как только мы зашли, можно назвать профилактикой, кто борется, вы видели по сценарию, а кто и профилактикой занимается. Поэтому тут двояко можно говорить об этом. Школа была погружена в события, связанные с этой насущной проблемой, болезнью или аферой, это уже кому как выбирать. Закончилось наше мероприятие, это, в общем-то, каким шоу? Ток-шоу. Планета СПИДа не боится. Планета СПИДа не боится. Где были выставлены разные отношения к этой проблеме, позиции. Ну и основное, я думаю, что дети догадались, что верность, опять-таки, вот любовь, что была основными символами сегодняшнего нашего мероприятия, единственный партнер, крепкая семья – это основные источники и факторы защиты от проблемы. Планета.